Семейная жизнь. Встречаются два приятеля. Вместе учились в институте. Прошло уже, наверное, лет 8. Один другого спрашивает: ну, что слыхать, как дела? Он говорит: слушай, что слыхать? Ну, что слыхать, слыхать? Что слыхать? Ужас. Понимаешь, ужас. Просто я работаю на двух работах. С работы сразу домой. Да, там еще подработку беру, вот и потом и сразу живу, чё знает где. Мне добираться 1,5 часа, машины нет, я на общественном транспорте. Потом там на другую работу забегаю, здесь нужно, мама болеет, к маме. К маме забежал, потом на работу, опять домой. Выходные, халтуру домой беру. Тот говорит: да, ужас, плохо. А Катя как? Он говорит: нет, Катя — это я, у Вовы еще хуже.